До конца сентября на профилактические работы будут остановлены два нефтеперерабатывающих завода – Омский и Ачинский. Это крупные поставщики топлива для Красноярского края, особенно Ачинский завод. Чтобы в регионе не создалась ситуация дефицита, Министерство промышленности и энергетики рекомендует автозаправочным сетям создать запас топлива. Причем тем заправкам, которые не имеют собственных складских мощностей, власти готовы предложить краевые площади. По плану Омский НПЗ остановит производство 20 сентября, а Ачинский НПЗ 29 сентября на месяц. В Красноярском крае к этой ситуации готовы и не ожидают сбоев в продаже бензина. Мы предложили выгодные условия использовать потенциал нефтебаз «Красноярскнефтепродукт», на котором они также могут накопить топливо, чтобы пройти спокойно период возможного такого дефицита топлива. Но и Ачинский НПЗ сам, по нашим данным, также накапливает запасы, чтобы пройти этот период. Поэтому никаких проблем с топливообеспечением на период проведения плановых профилактических работ на Ачинском НПЗ это не произойдет.